Так, всем здравствуйте. Сегодня будем проектировать шкаф. Ну и в дальнейшем будем его собирать. Вот такие габаритные размеры. Получаем корпус. Получаем ящики. Так, получаем фасады. Все, вот так он должен выглядеть. Единственное, что это будет другой материал. Вот такой цвет. Цвет кашемир. Все, выглядит это будет так. Конструктивно будет задняя стенка вставлена в паз. Состоять он будет из двух частей. Основная и антресольная часть. Ящик будет выглядеть вот так. Это будет блюмовский направляющий, частичное выдвижение. Все, предварительный просчет. Сколько это будет стоить, это вот цена. Здесь нет стоимости фасадов, потому что они мне уже, наверное, года два лежат. Три. 41. То есть $250 сам корпус. Но мы хотим чуть-чуть сэкономить. То есть сделаю сверловку сам. Сэкономлю $55. Так, кому интересно, потом покажу детали, как оно все это будет выглядеть. Все, приступаю к выполнению.
Вот еще пример качества ДСП, который сейчас делают. В принципе, не дешевая. Вот это вот трещина самой ламинации. То есть, да, сейчас я ее там переверну, как бы ее будет не видно, но я думаю, на производстве там бы чипу не обращало внимания на трещины. Оно взяло так, как надо было. И эта трещина была видна. Сейчас буду ее переворачивать. В принципе, ее не будет видно. Придется еще шкантами усилить. Так, спешу, но все равно свет выключен. Поэтому для того, чтобы собрать нормально ящик, надо вот такое количество отверстий. Ящик тоже не маленький. Будет метр ширины почти. Поэтому шканты, желательно еще туда клей добавить. И мини-фиксы через футерки. Все, продолжаю собирать. Все, завершил монтаж шкафа. Такая антресоль получилась. Вот так сделаны фасады. Большой ящик. Фасады сделаны из двух частей. Чтобы была симметрия по всей длине. Вот частичное выдвижение ящиков. Все, всем спасибо.